Все равно убийца я, а сын здесь ни при чем. Именно подсудимый желал смерти, и он убил ее. Подсудимые и прокуроры. Я надеюсь, что вы накажете подсудимого, как она того заслуживает. Розыски и расследования. Убили. Бритвой по горлу и в колодец. Был ребенок и нет. Голливуд какой-то. Адвокаты и апелляции. А где убийство-то произошло? Место. Где кто кого душил? 10 лет дали. За то, что я не делала. Вещдоки и возражения. Я не убивал. Слышите меня? Я не убивал его. Как после этого не отомстить? Обвинение или оправдание? Мне 17 лет. Из них 10 я прожила в аду. Какой кошмар. Неужели это правда, Гриш? Право. Лучшие судебные шоу. Провозглашается приговор. Журналистские расследования. Пока только вопросы. И детективные сериалы. Виновный здесь будет наказан. У меня все. Нет! На НТВ «Право».